Такс, у кого-нибудь есть ссылка? Чатик. Ты за пельмешки ты будешь есть? А как ты сам думаешь, какие самые лучшие? Стоп, почему у меня мыльный монитор? Или я типа с глотка вискаря уже полностью ужрался? What the fuck? Чуваки, у меня монитор мыльный. Окей. Стримушка Новый год. Стоп, а я вырубил звуки? В дабе, да, вырубил. У дабе. Нормально по звукам? Говоря про новогоднее настроение, я говорю, что самим себе приходится его создавать. И уже какой год я это говорю? Потому что на самом деле никакого новогоднего настроения уже давно нет. Потому что раньше за него, ну, за тебя создавали родители. Покупали там подарки, тебе украшали комнату, а теперь Вообще это делать. грустно. И если сам это делать не будешь, сам насыщаться духом Ну так и есть на самом деле. Если сам Нового не будешь года, насыщаться, то то не ничего не будет будет, ничего не будет новогоднего просто. настроения. Это типа зачастую новогоднее настроение производится на самоподдуве. Подуваешь сам себе и так происходит. Но тут, к сожалению, грустная истина, чат. Тут, к сожалению, грустная истина. Громче сделать. Пиздос, грустно. Блин. Надеюсь, на стримхате будет Just Dance, чуваки. Очень надеюсь на это. Что мне делать, блядь? Ебать, даже я обосрался. Блядь, кто так даже я делает, сейчас нахуй? обосрался, плюс донат одновременно Ты в чё, шейте. ёбнут? Двойной страх. What the Двойной fuck? страх. Спасибо Брюсу большое. С Новым годом, Саня. Блять, я не знаю, может мне по центру находиться, потому что канал RTS. снова переехал в другую часть экрана. Анонимус, спасибо за подарочную подписку для Даркости. О, гаражи здесь возможно. Да, блять, Мел снова переехал, пиздец, я не знаю, что с этим сделать. Куда мне, блядь, деться? Я не знаю, где мне быть. Я вот здесь буду, наверное. Я Олег буду Люсы. здесь. А Сырки усы, Смеяновый чуваки. вот тут. На Ведьмаке жестко, ну, мылят из-за травы вепку. Нет, 36, кстати, не может быть качество. Смотрите, 144 разделить на 2, это сколько будет? 70, а, 70, подождите, нет, не 70, да, 70, 72 будет. А 72 разделить на 2, это будет 36, я был уверен, я был прав. Ебать, пиздец. Жесть, Да, он я крут. такой. Короче, Смотрите, это Илюха я в детстве, написал ну, донат типа, трек. гонял часто на озеро кормить уток. И там вот были вот обычные утки, да, их дети, ну, утята, это их дети. И были утки, черные утки злые, пиздец, злые утки, которые очень быстрые. И они всю еду забирали у уток, у обычных дефолтных. И они их прям пиздили, налетали на них. И, как они называются, кто-нибудь знает? Типа, черные утки, злые утки такие. Я не знаю, чат, как они Как-нибудь так. называются. Я помню, был момент, когда мы с Лаской играли в финал Лиги Чемпионов. И мы сидели, наверное, часов 20 уже в тот самый момент. И у него, короче, мамка зашла в комнату. Он вырубил микрофон. Вот, и типа, я забиваю гол ему, шахтером. Я играл шахтером, я забиваю ему гол. И я прям ощущаю... А мамка все еще была в комнате. Я прям ощущал
эту ситуацию, я понимал, что Ласка сейчас разговаривает с мамкой, а на душе у него очень хуёво все. Мамка ему говорит, давай, типа, может тебе котлетку там приготовить, еще что-нибудь. Вот, а Ласка просто хотел в этот момент, я не знаю, сквозь землю, блядь, провалиться. И он проебывал самый важный турнир в нашей жизни. Мы играли примерно 2 недели, чтобы дойти до этого момента. И в итоге, и мы играли в финал, короче, я забил гол Ласке, он сравнял счет, и я ему забил с центра поля. После этого Ласка, по-моему, не выходил на связь, наверное, час еще. Потому что он просто охуевал, блядь. У него просто так жопа сгорела, потому что мамка зашла в этот момент в комнату и как бы зафакапила, но она как бы с добрыми намерениями. Я, кстати, играл в 6 лет на пианино. Но из-за того, что я хотел играть в догонялки в школе, я отказался от пианино. Я сказал, я лучше в догонялки буду играть. Ушел оттуда. What the fuck, Сань? Я мог с закрытыми глазами играть, типа, я сдал экзамен в школе искусств. Но я сказал, я лучше в догонялки буду играть, чем в эту хуйню, блять. Но я тогда не понимал, что догонялки — это хуйня полная, в жизни вообще не пригодится. Это лето, кастанье. Ничего не слышу. Я могу на чем-нибудь? Я могу на пивных банках сыграть. Ну, вообще, нет, догонялки — полезная тема. Бегать же полезно достаточно в жизни. В жизни может пригодиться бег больше, чем пианино. Лол. Так что Саня правильный выбор сделал. Вот это, блядь, вот это звуки, конечно. Вот это новогодние звуки, я понимаю. Лицо кекс в этот момент. Чё, бухаете, да? Пьёте, наверное? Да, 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 да. Стример года 2018 года. Нет, это вы, стримеры года. Нет, ты, стример года. Нет, вы, стримеры года. Нет, вы. Сука, я помню. Чё, бухаете? Скажем так, Поволжье — стримеры года. Поволжье просто, ребят... Чего вы хотите? О, Гитман, о, здорово. Вот о. Ребята, мы ждали одного. О, факер. С наступающим, факер. С наступающим, с наступающим. Гитман, с Новым годом, да. Факер, да. С Новым годом. Мы вас любим, мы вас любим. Так он еще, да, не наступил. Да, ну вот скоро наступит. Еще не наступил, но скоро наступит. Ого, хорошо, хорошо. А я не видел, а здесь вот этих фоточек, да, разных, да, здесь, да, все стримеры имеются. Гитман, ты крутой. Жесть. Факер, ты крутой. Факер, ты крут. А кто круче? Ты крут. Саня круче, Саня круче. О, похитюша. Определить такие вещи. Принес, Даш? Нормально. Сколько шотов ты уже выпил? Я 3 всего лишь. Я выпил столько, пришел, блядь. Сколько, о, Гитман. Это либо очень много, либо вообще 0. Это 0,3. Типа 0,4, 0,3, 0,4. Это много, считается? Не, не очень немного. Немного, блядь? В смысле, мы на стримхате в прошлый больше пили. Чувак, за всю стримхату? Да. Не-не, когда мы сидели там и типа играли в пиковые. Да? Да, мы выпили там где-то, да, это вообще пиздец. На пятерых 3 бутылки или что-то такое. А чё смотрел Саня в этот момент на 3 часа? На 3 часа 30 минут какой-то видос. Дальше, это супер важно, и самое клевое, что может случиться с нами, будет в 2019 году. Ну все, я готов, я готов, я налил. Окей, я чокаюсь с вами. С наступающим, чате. Окей, я чокаюсь с вами. Давай. И с вами чат тоже. Я пытаюсь заводить шпок. Переночим. Вот, блять. Блин, вот сигал барагозит, я уже слышу. Чисто уже. Шутка была. Это шутка была. Бес погнал. Конечно, я беса погнал. Я желаю всем добра, счастья, здоровья. А, это стримушка, я понял, это за лучшее за 2018 год, я понял. Жесть. Кто там делает ролики? Они стругают быстрее, чем люди успевают стримить, по-моему. Вы в своей квартире не сможете сдержать. Вы могли купить все, что хотите. Это ваша техника. Деньги — это самое важное. Ну, это так приятно. Ну, смотрите, как из него душа прет прям. Деньги — это самое важное в вашей жизни. Ну, конечно, любовь, там, счастье, здоровье тоже это важно. Любовь, всякая хуйня такая, но деньги... Ну да, но деньги — это пиздец. Деньги вот такие вот. Да, но деньги — это супер. Вот выходи. Блин, все же это помнят, зачем мы это смотрим? По 10-му разу, чат. Все же помнят это, разве нет? Я не вижу. Я зайду на стрим к тебе. О, вот это я пропустил. Вот это я пропустил, кстати говоря, как Богдан готовил что-то. Вот это я бы глянул. Так.
Это я пропустил. Сделать вид, что этого не было. О, Гитман жопу показывает. Гитман еще жопу показывает? Нет, я показывал. Нет, жопу. Я стримил? А, это был сабдей. Это было до Нового года. Погоди, Нюк, а у тебя как быстро сейчас они опрувятся? Моментально у меня все, кончился да? тикет. Но у меня вот тогда в начале года мне выдали байтрамбитинг, что мне выдали что тикеты этот на полгода, вообще. И полгода они у меня не опрувились. Ну, моментально. Опрувились, как обычно. А, окей. У всех. У меня на смайл это страйка не было. У меня как бы был бан, да, то есть... Эй, чё? Займёшь! Сори. Я без погнал. Господи, сигал просто нажрался в говнину. Женщина была какая-то... Мне показалось. Кого? Вы слышали женщину какую-то? Да, чувак, ты бухой. Что за женщина? Что за женщина? Никто ничего не слышал. Хуйню. Кто на связь вышел? Кто сказал женщину? Кто там выходит, блядь, на связь? Что ему делать? Говорит, блядь, что это за женщина? Какую же? Присоединяйся потом ко мне. Какой прелестный голосок. Ласка, это фанатка, можно? Ну, Саня же раньше всех начал стримить. Давай, чуваки, с наступающим. Привет. С Новым годом тебе. Поздравляем все мы. Чем ты занимаешься? У вас тоже только... только сигал напился. Нет, я не пьян вообще ни разу. Я немного тоже напился уже. Я рекомендую всем налить бухла. Я рекомендую всем зайти в Counter-Strike GO, блядь. Не, пожалуй, пас без Counter-Strike. Да, я предлагаю всем выпить бухла. Да, давайте выпьем. Илья, у тебя есть что пить сейчас? Да. Что ты пьешь? Чай. Ну, чё это хорошо, в смысле? Ну, я отказал, я решил бросить в этом. Я, короче, с этого дня не употребляю алкоголь никогда больше. А с завтрашнего, может быть, с сегодняшнего-то можно еще? Ну ладно, наверное, тогда с завтрашнего. Да, бля, Ласка, кстати, гений. Ну, он переубедил, да-да-да. Ну ладно, хорошо. Спасибо Илье за новогоднее поздравление. Илья, спасибо тебе за новогоднее поздравление. На одну секунду. Не за что. Не за что. Нет, что, дружище. Провожаем старый год. И Новый год тоже провожаем. Старый год, пошел ты нахуй, пидор. Стоп. О-хо-хо-хо. Вот это хорошо задоджил сейчас, неплохо. Я... Первый бан. Я в том состоянии, чтобы смотреть что-то на Твиче. Да я, чувак, ты с друзьями будешь. Чувак, ладно, забей, я, блядь, знаю, что нахуяришься. Чувак, ты будешь с друзьями, нахуй тебе что-то смотреть. Когда я нахуярился? Да я всегда-то нахуяривался, как собака. Чувак. Когда ты меня вообще пьяный? Чувак, ты орал в караоке просто. Город которого нет на кухне, блядь. Я всегда видел тебя пьяным. Я, блядь, помню, как ты кошку-морошку, блядь, изображал. Садясь сигалу на лицо, вот это полная хуйня была. What the fuck? Я поэтому, между прочим, молчал, блин. Ладно, давай, чё. Ну, спасибо, что смолчал. Ты делаешь, что я не очень удобная ситуация. Би-2, кстати, это полная хуйня, я так скажу. Нет, нет! Би-2 хорошая группа. Я люблю Би-2. Варвара! Как грустно и очень обычно все вышло. Короче, этот момент я не видел на стриме, но проблема в том, что мы, ну, типа, мы бухали с друзьями в соседней комнате, а здесь у меня был стрим включен. Я, чтобы периодически слышать хоть что-то, подрубил колонки впервые за долгое, блядь, время. Впервые за долгое время я все время с наушниками сижу. В этот раз я подрубил одну колонку. И вот этот, блядь, момент я услышал. С Варварой. Возможно, не этот, но я слышал какие-то крики из другой комнаты. Ты можешь что-то, блядь, противопоставить на маму? Видеоигра! Я могу убить всех в этой игре. Но! А в Б. А ты кто? Я, блядь, самый сильный, самый важный. Возможно, Саню я слышал, да, возможно, я Саню слышал. Ты кто, блядь, Сосянь? Я покажу всем, блядь, уровень игры. Давай, выходи на меня. Я тебя выебу, блядь. Нахуй, чёрт, блядь. Давай, блядь, чертил ебучее. Убил. Я убил одного.
А кто еще может убить меня? Никто может не убить меня. Никто, блядь, никогда не убьет меня. Это, блядь, хуйня. Это, блядь, хуйня. Я ВП забираю, бля. Я убиваю всех, сука, бля. О. Я такой бухой, чувак, я никого не бью. Ты должен собраться, ты должен собраться! Собраться! Ну, Саня пьяный стреляет, как я трезвый, если честно. Я 27 снял. Соберись и еби! Соберись и еби, блядь! Побеждаем пока что. Вот чтоб не сделал ласка, я все равно его люблю, блядь. 1000 патронов! 1000 патронов! 1000 патронов! Ласка, эй! Давай! 1000 патронов, ласка! Если ты не убьешь, ничего не произойдет. Блядь! Сука! Блядь! Хуй сосал, блядь! Но! Ласка, это мой брат, все равно, в любом случае. Ну... Сильдакон! Эй! Сильдакон! Давай, сука, выходи! Блядь! Я ебал твою жизнь! Сука. Не, я хуже, давай, чем Саня пьяный стреляю. Блядь, хуже. Не, ВП! Давай! Я ничего не могу. Давайте что-нибудь сделаем с этой хуйней. Где ВП, блядь? Я заебался этого, блядь. Ааа! Да, скорее всего, я это слышал. Похоже на то. С Новым годом, Новосибирск. Был Новосибирск, прикольный город. Там шар прикольный посреди города. Там шары вообще нормальные. За 200 рублей можно... Ну, Паш, ну хватит. Тихо, хватит. Я шучу, блядь. Спасибо, Эзгёд, за 201, блядь. Если бы не ты, блядь, то... Кунабэ! Давай! Выходи, блядь! Если ты... Ах ты, сука! Блядь, ласка! Я считаю, что ласка — это полный пиздобол, блядь. Он ничего, блядь, не сделал для этой катки, блядь. Он просто не вышел, он крыса. О! О, это я видел немного. Это я немного видел. Окей. Блять, что мне делать? Twitch preferences. Да заткнись, блять. Enable in app chat. Еще прибавить. Ты пизда, блять, проклятая. Яйца куриные. Похоже на жопу в трусах. Да, кстати, лол. Лол. Чуваки, 21 час уже. Это забавно. Ааа, блядь, нормально ебанули, нормально ебанули. Икона W. Вот это тарталетка. Чего? Окей. Теперь берем икру, кладем сюда. И что, это типа блюдо или что? Нет, Багда. У меня масло просроченное. Чего взяли? Оно 11.06.2018. Время хранения 60 суток. Да похуй, похуй, неважно. Масло не портится никогда. Мне почему-то кажется, что это не Богдан покупал масло. Ну, сами подумайте. Сами подумайте, вряд ли он, типа, переехал, блядь, на новую хату с маслом. Чуваки. Это, очевидно, масло, которое хозяин оставил. Это чужое масло. Я не плачу, я все что угодно делаю, только не плачу.
Бертик офигенный. Я видел Бертика, он реально офигенный, чуваки. Он великолепный, он великий кот. Супер великолепный кот. Пиздос просто. Смешно, Бертик смотрит на эту тему. Да, я же был в гостях у Богдана. Алло, когда в Питере есть вам? Да нормально, это, видимо, связь перегружена. Поздравляю вас с Новым годом. С новым счастьем. И я вас тоже очень люблю. Боря, горе масик завал. Набери зануду ПЖ и листа. Я полностью одобряю. Я не влюбился в кошку-морошку, чувак. Чувак, я бегал без трусов, пока кошка-морошка спала. Это не значит, что я в него влюбился. Нет, это как афган пройти. Знаешь? Да. Это было как афган пройти, согласен. Помнишь, как на нас падали бомбы? Караоке нашего клуба. Да, я помню, что на нас падали бомбы. Я помню. Многие выбрались, блядь. Немногие выбрались. Короче, anyway, блядь, каких недель не было, как бы ты не охуевал от скорости и всего дерьма, блядь. Ты сам знаешь, что я всегда был таким, и мы с тобой тусили столько раз, что ты понял, блядь, что вещи, которые про меня пиздят, это полная хуйня. Ты сам знаешь, какой я человек. Ты знаешь, какой я человек? Я уже разгадал. Я разгадал твой план. Алло? Не обращай внимания на всяких идиотов, хороших тебе стримов. Если ты скажешь что-нибудь с Новым годом, например. Скажи с Новым годом на громкой связи. Всех с Новым годом. Прикольный смех. Блин, какой же у неё классный смех. Это он, погоди, стоп, это он про кошку-морошку сказал? Алис, какой же у неё классный смех? Или это была Влада? Я пойду прямо сейчас сделаю усы, как у доктора Дизрефпекта. Я пойду прямо сейчас это сделаю. Но у него же получилось как... А, окей, ладно. Получился Чарли Чаплин. Граблюсь или хаза что, но за тебя уже страшно, библиоту. Забей, ты думаешь, у меня нет опыта в подобных стримах? Ты думаешь, у меня нет опыта в подобных стримах, чувак? Я, блядь, каждый день почти провожу подобные стримы. Пиздец. Вот если бы это был кто ли угодно, только не я, то это было бы... Что? Чувак, я мастер по подобным стримам, блядь. Чувак, я просто, блядь, максимально, блядь, много раз проводил подобные стримы. Что я только не сделал, нахуй. Стоп, погодите, это... ведущая Just Dance с стримхаты... Васька, я две недели встречался да, с стримхаты Дреда. А вчера, когда мы начали мешкаться в первый раз, она, отсосав мне хуй, полезла целоваться, а я быстро не среагировал. И короче, я попробовал вкус себя изо рта своей барышни. Что теперь делать? Мне это кажется странным. Что делать? Скажи горе-горе, я на заборе, короче, это спасет тебя от зашквара любого. Спасибо, чувак. Полезное знание, кстати. Больше так не делай. Я кое-что обещал, а тебе и готов сдержать свое слово. Заманчиво звучит. Я закрою себя. Как будто я сейчас стримлю. Все?
Очень похоже, кстати говоря, на то, что бывает у меня, в принципе. Я не понимаю, если я виноват в чем-то, я не стрим... Я помню этот момент. Что это за дежавю только что было? Я помню этот момент. Что это сейчас было? Это я не мог помнить момент. Что за хуйня с тобой происходит, ёб твою мать? Блин, не окончилось алкоголь. Бля, Саня крут, бля, пиздец. Ой, стримхата. Нихуя себе, Саня крут. Я не знаю, стримхат, чуваки. Это я? Это я, скорее всего, на стримхате. Да. Это кекс, он ест. Как живой! Ей-богу, как живой! Горячо слишком. Так подуй. Подуй, пожалуйста. Можно тарелочку? Для бати. Ради тебя все, что угодно. Ты не туда дуешь? Я дую на попку. Зажила. Ух, бля. Все, я не буду это крутить. Получается вот это только в обиходе. В смысле, после бати только вкуснее. Заебись. Привет, Кирилл. Великолепно, Лею. Это божественно. Да. Халит, я знаю. Привет. Что это? Ну, это Рудольф. Как будет Рудольф наоборот? Фудор. Это Фудор, сатанинский олень. Ты что? А, мы сквозь него проходим, да. Это все мы... Чё? Как его огреть-то? Он в каких-то проказах. Мы от него прятаться должны были, наверное. Я пойду чайку. Блин, ее открыть надо. Киберспортивное открытие. Хоп! Скверт-сквер! А у меня не было воды! Тварь ты такая, обнял меня. На картошке, блин, картошки захотелось. Нет, понимаешь, движок у меня не белор... Блин, у Гуховского на стриме весело. Надо будет зайти. Ой, да слезы. Это, читайте наш спецматериал в журнале «Лучшие компьютерные игры». Первый выпуск от 2019 года. Как заэксплодить супер-шарп-шутер. Что это такое? Это буханка. Вступи! О-оу. Не-не-не-не-не, за такое точно забрут. Всем пока в новом году, а я в тюрьму. Муа. С Новым годом, друзья, люблю вас, все будет офигенно. Вот. Говна кусок. Эй, ребята, топ-10 пасхалок, которые изменили ваш мир. Воу, что? Так можно было? Блин. Нифига. Он умер. Погодите, он умер? Нифига. По-моему, он умер. Вот это намного смешнее, чем весь клип. О, бровен. Не знаю, слышал или нет, но где-то в лесах и болотах прячется одна очень неприятная тварь. Кожаный червь, или как она там называется. Говорят, что это чудище может вселиться в человека и сделать из него безнадёжно. Вот такие вот жуткие байки народ правит.
Убираем тупики. Да капец, пришли, размотали тут всех. А мы убираем. Тайная комната или что? Ой, киса, твою мать, я так испугалась сейчас. Я устала прибираться. Блин, у Ксюхи не лагает эта игра, у меня дико лагала. Я хотел в нее поиграть, кстати, она на меня безумно лагала. Каждую секунду спайкала буквально. Это происходит уже не первый год. То есть он каждый год, прикиньте, Санта нанимает новых эльфов. Дай лапу. Дай другую лапу. Рядом. 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 Лежать. Лежать. Молодец. Все, надо эту штучку заслужила. Иди, беги. Ура! Сразу побежала открывать. Знаете что? Я просто недавно только говорила, что вот эти все посылки, которые вы присылаете, когда вы присылаете их Артуру, он их распаковывает раз в год. Когда посылка приходит ко мне, я распаковываю ее, как только получаю. Поэтому, чат, запомните, присылайте посылки мне, мне всего. Но меня-то они любят. Меня не а тебя нет. Какой игры? Этот артефакт крепко зацепился среди локальных мемов нашего чата. Я думаю, все уже поняли, что это и из какой игры. Что это, Даша? Это в чате... У меня, кстати, по-прежнему абонентский ящик работает. Но все забили просто присылать. Я помню, присылали. Мне прислали PlayStation 1. Она у меня валяется на старой хате. Я, наверное, привезу ее, попытаюсь подключить. Там проблема в том, что там не было геймпада. Геймпад нужно где-то купить. Там геймпада не было. Открывай ты сам. Это у скреветки? Это у скреветки, чат. Настоящий. Получен предмет у скреветки. Жесть. Верни Игниса. Вот это балдежно, вот это балдежно, я завидую. Батя, очнись, тебе 47, ты обосрался и обливал весь новогодний стол. Ты нахуй так нажрался до полуночи? Неотложку вызывайте. Спасибо тебе огромное. Открой, посмотри в мои искренние глаза и откройся. Откройся. Сейчас сиськи смотрят, наверное, да? Смотрите, какая. Это наша кухня, пацаны. Смотрите, у меня сразу к вам вопрос. Оставим вот такое вот освещение, либо мы можем сделать вот такое сексуальное освещение. Как вам, а? А? Покажи игру. Закрой глаза, открой рот. Давай. Шире рот открой. Шире, член шире. Здесь вы никак не засунете, поэтому шире, шире, давай, давай. Они таки засунули член, блядь, я все думал. Ну, по крайней мере, член они не смогут, потому что передо мной ком. А нет, сука! Это смешно. Это забавно. Готово? Это охуенно. Сейчас на вас может брызнуть. Член-то вы никак не засунете. Это забавно.
Блин, помело обожаю, так, просто на... обожаю, ну, чуваки. Не от груди, на... нужен упор, понимаешь? Очень фрукт. Обожаю. Ребята, с Новым годом вас нахуй. С 2000 каким-то, бля. Ребята! Ребята! Год, одна минута, у нас гонка. Все, все пьют. Поздравляю. Да так, только не в люстру. Блин, я когда открывал на Новый год шампанское, я половину разлил. На колени! Бабы вас всех там, всех бабы. Так, жалко клетки не подойти, не обнять ее. Не, ну, технически. Да, типа, вот, вот. Сердечко, сердечко. Так, так, так. Стоп. Это Айра Смит, я так понимаю. Нет, Айра... Блин, я не помню как. У нее же реальная басуха. У нее же реальная басуха. Не игровая. Это значит... Как называется эта игра, я забыл. Новый, новый, новый год. Айра Смит, да? А, нет, Рок Смит. Господи, Айра Смит — название реальной группы. Новый, новый, новый год. Мы на год запомним Новый год. Там, а? Я вам песенку спою про Новый год. Новый год! Эту песенку ее не будут петь. Пусть поют вам песню эту, на ходу придумал где-то и сижу с чайком в руках, пою. Ой-ой-ой, Новый год настает, он чё попал в какие-то ноты? Вот сидит паренек, у него вкусные шпроты. Давай ёбнем, я ебашу в остатки, Богдан. Я ебашу остатки. Последний в этой кружке. За тебя. Скоро увидимся уже, наконец. Он мне надо петь Give It Away. О, смотри, кто, кого показывает, Богдан. Секс на экране. Как ты вовремя пришел? На Твиче было много качественного, интересного контента, в том числе и три стримхаты. И скоро хуранты будут бить 12 раз. И в новом 2019 году я хотел бы вам пожелать стабильности вашего интернет-канала, роста вашего ММР, а также теплых и дружелюбных тиммейтов. Хорошо проведите время, балдежно, классно. И мы в новом году с вами увидимся и продолжим дальше хуйней страдать. Ну или чем-то там заниматься. Спасибо всем, чат. Спасибо всем. До встречи в новом году. Пока. Ищем всех праздниками, выходными и всем прочим. Желаю вам хорошо отдохнуть и набраться сил. Это очень важно в данный момент. Желаю тем, кто что-то ищет, найти это. Например, как фриказоид хочет найти работу. Желаю всем, кто что-то ищет, найти это в следующем году. Ну, мы уже желали вам хороших стримов. Желаем в этот раз, конечно же, здоровья вам и вашим родным и близким, чтобы в новом году все ваши желания исполнились, чтобы у вас все получалось. Будьте счастливы. За вас!
Клубнично-говдяненькая, прям как я люблю. Суши реально мерзкая. Отвратительное детское шампанское. Мне шампанское осталось, оно выдохлось уже полностью. Хорошо, а нет, у меня свежее есть. Может, попить? Будьте социофобушками на этот Новый год. Общайтесь. Блин, если я один выпью шампанское в одну харю, это же будет нормально. Женьке сегодня нельзя пить. В рамках закона, естественно. Не болейте. Смотрите, не заболейте, кстати, а то это очень херово. Я знаю, просто некоторые любят заболеть прямо под Новый год, как я, например. Там с температурой 31 числа свалиться. Классика. Вот так, еще раз. А, желаю вам не сдохнуть. Так, ладно, это было жестко. Будьте всегда на позитиве. Да, это жестко. Несите дебло, блин. Что за новые слова появляются? Дебло, нет такого слова. Так, ладно, еще раз. Та-та-та. Всем спасибо еще раз. Всех с наступающим Новым годом, я надеюсь. У вас все сбудется, вы будете счастливы. Можно я пожелаю чего-нибудь хорошего? Конечно, тебе желаю избавиться от депрессии, обрести смысл в своей жизни, для себя просто какой-то выявить, который будет тебе помогать не тонуть дальше и дальше в депрессию. Если депрессия твоя связана с окружающими тебя людьми, возможно, возможно, у тебя нет человека, который тебя любит, или ты так думаешь. Желаю тебе поскорее обзавестись таким человеком. Томат. Вот это для себя допишу. Этот год был тяжелый для всех нас, да. Самый грустный клип, кстати, года, как Бровян рассказывает про 30 человек и завод. Главное — та доброта, которую вы дарите. Вы действительно очень добрые. Какими бы вы ни пытались быть токсичными, вы действительно очень добрые, и этого очень не хватает в мире. Спасибо вам. Это просто чудесное, восхитительное католевство, надеюсь, в котором никогда ничего не изменится, а если будет меняться, то только в лучшую сторону. Новый год, он как бы праздник не праздник. Оторвите рожу от компьютера, я не знаю, посмотрите на своих родителей, на своих друзей, позвоните просто, спросите, как дела там у старых знакомых или еще кого. Я просто, как бы не то чтобы принципиально, я не хочу говорить принципиально, потому что у меня просто нету желания играть в свой день рождения, сидеть, смотреть... На стриме, вот прям целенаправленно, знаете, ей, у меня ДР, ей, Новый год, пацаны, играем в героях в Новый год, йоу, просто не хочется этого делать, понимаете, хочется включить запись голубого огонька вам, как делают на центральных каналах, и все, и как бы вот все то же самое, что было, а сам пойти подальше. Чуваки, с Новым годом, с новым счастьем. Желаю вам в новом году найти, наконец, свою вторую половинку, полюбить кого-нибудь. И вообще, быть хорошими и добрыми, и очень толерантными, правильными людьми, такими, как мы с Саней. Крутые, ну, точнее, может быть, скорее, такими, как Саня. С Новым годом. С новым счастьем. Чуваки, с Новым годом. Поздравляю всех. Надеюсь, этот год был неплохим для вас. Смотрите Twitch. Смотрите Twitch, как смотрю его я. Целый сраный день. Ту-ту-ту. Вот такой ролик. Очень классный, кстати, получился. Александр, спасибо за этот крик. Мне кажется, этот крик Сани должен войти в библиотеку криков из гачи, так сказать. Вот люди, которые делают гачи-ремиксы, они просто обязаны приобрести, заплатить Александру, приобрести этот крик и использовать в своих созданиях ремиксов.